Сыны пастухов и дочери пахарей. Сыны пастухов и дочери пахарей. Вы отправитесь в святую землю не с луком, копьем или клинком, но с простотой, кротостью и чистой верой, оружием, против которого никто не устоит. Бог позаботится о вас. Бог позаботится о вас. Прочь отсюда! Прочь отсюда, грязные оборванцы! Вы не пилигримы, а шайка жуликов и воров! Если бы вы прославляли Бога, несчастье не стало бы вашим спутником! Почему? Почему? Боже мой, за что? Посмотри, как они любят тебя! А ты молчишь. Одной твоей мысли хватило бы, чтобы спасти их! В один из нелегких периодов жизни мне не давал покоя вопрос, как Бог может спокойно наблюдать за нашими страданиями. В поисках ответа я открыл для себя исторический факт, известный немногим, о детском крестовом походе времен Средневековья. Тогда погибло 50 тысяч детей, которые хотели быть послушными Богу. Это вызвало у меня еще больше вопросов. Главными из них были, как Бог может наблюдать за подобным, как Он может просто наблюдать за моими собственными страданиями. Работа над трилогией на протяжении 10 лет помогла мне понять, даже в самом центре наших страданий всегда пребывает Божья милость. Об этом и о других важных уроках, которые помогли и мне, и тем детям-крестоносцам вновь обрести надежду, я и попытался рассказать. Дэвид Бейкер. Трилогия «Странствия души». В поисках надежды они отправились в далекий путь и обрели самих себя. Путь, плюс CD-диск «Баллады пилигримов». Где все озаряет божественно.